Так, все, вернулись? Все, друзья, добрый вечер, спасибо вам за ожидание. Подождали, пока все подключатся. Сегодня максимально сжато постараемся рассказать о презентации, потому что, возможно, кто-то не слышал, что такое Instime, не слышали о продукте, не слышали о его возможностях. Поэтому вкратце расскажем о самом продукте, расскажем о дайджесте новостей, о обновлениях, о нововведениях, которые сейчас планируются, о том, обо всем, что будет планироваться и внедряться на протяжении ближайшего времени в Instime. Меня зовут Вадим Скляр, я один из команды Instime, ее главный амбассадор и официальный представитель. Поэтому сегодня начну я, потом передам слово сооснователю проекта Вадиму. И в конце еще сегодня будет человек, который является топ-лидером, человек, который сделал один из самых больших результатов в Instime, человек с мировым именем Сергей Шевченко. Поэтому не буду затягивать время, сразу приступлю к основному. Вы сейчас понимаете, что происходит эра диджитализации и своеобразная революция, революция, благодаря которой в соцсетях люди стали зарабатывать большие деньги. То есть 10 лет назад, наверное, странно было себе представить, что благодаря Инстаграму и Фейсбуку можно сделать так, чтобы о твоем профиле, о тебе знали многие, о том, чтобы свой бизнес продавать через интернет. И сейчас в эру диджитализации, когда рекламные бюджеты переходят в соцсети, когда за 15 секунд в одной инстасторис можно рассказать о своем продукте, услуге, бизнесе и получить клиентов, получить лидов, получить лояльность и заработать на этом неплохие деньги, грех не пользоваться этими возможностями. И думаю, вы все понимаете, что сейчас Инстаграм – это самая вовлеченная, самая активная и самая быстро развивающаяся соцсеть, которая даже сейчас обходит Facebook по вовлеченности в 7 раз. Это не маленькие цифры. Поэтому сейчас хотелось бы рассказать о той платформе Instime, которая в своем роде за небольшой промежуток времени уже сделала такую своеобразную революцию на рынке диджитала и показала людям, что такое возможности продвижения и как сделать так, чтобы о тебе, о твоем бизнесе, о твоем услуге узнало больше и больше живых людей. Поэтому, друзья, Instime – это первая в мире платформа для органического продвижения и эффективной монетизации своей социальной активности. Наверняка у каждого из вас есть свои Instagram-аккаунты. Вы ежедневно проводите там время. И на данный момент сейчас в Инстаграме зарегистрировано 1,7 миллиардов пользователей. 500 миллиардов пользователей являются уникальными, и они заходят каждый день. То есть ежедневная активность. Представьте, сколько эти люди выполняют действия в Инстаграме. Представьте, сколько просмотров разных сторис, сколько лайков, комментариев. И это все происходит ежедневно. Уже знаете, шутят, что не у каждого есть дома хлеб, зато у каждого есть профиль в Инстаграме. Вот, и очень много людей, у очень многих людей появилась возможность на этом зарабатывать. Потому что если мы говорим о СНГ, то Инстаграм является абсолютно недооцененным ресурсом. Потому что на западном рынке вы видите, что у людей, таких как Кайли Дженнер, Криштиану Роналду, Джей Зи, Канье Уэст, миллионы, сотни миллионов подписчиков, по 140, по 100, по 80. И они благодаря этому, благодаря рекламным публикациям, благодаря тому, что у них заказывают рекламные интеграции, могут зарабатывать очень огромные деньги. Там, где одна рекламная интеграция, один пост может достигать стоимости в 1 миллион долларов. И можете эту информацию проверить, это все в открытом доступе находится. Потому что для человека, у которого есть огромная аудитория, бренд лоялти, у которого большое, у которого есть авторитет, прорекламировать в сторис не составляет огромного труда. Но потенциал для бизнеса, который может получить весь этот охват, является огромнейшим. Поэтому сейчас, вот последнее время, 2017-2018 год, вы, наверное, заметили, как активно сейчас развивается Инстаграм, сколько появилось блогеров, сколько лидеров мнений, сколько предпринимателей зашло в эти соцсети и начали развивать свои профили, набирать аудиторию и все больше и больше выходить в эфир. Потому что таким образом, грубо говоря, имея всего лишь один телефон в руках, можно транслировать свои мысли, свои идеи на огромнейшую аудиторию и делать это просто тем, что записывать сторис и публиковать посты. Но главное их правильно оформлять. Поэтому, ребят, можно следующий слайд, пожалуйста? Сейчас за период времени небольшой отрезок, потому что на протяжении предыдущего месяца было закрытое бета-тестирование, и сейчас уже идет официальный предстарт компании, официальный предстарт сервиса, и уже за это время очень много лидеров мнений, блогеров, предпринимателей, людей, которых знает весь мир, я сейчас не преувеличу, действительно так, узнала о сервисе, вступила в ряды амбассадоров и будут активно продвигать это в массы, активно продвигать это в мир, идею Instime.
И нам очень приятно то, что такие люди, как Серега Сергей Пархоменко, как Бадюк Сергей, стали первыми и главными амбассадорами. И сейчас их количество с каждым днем увеличивается, потому что я не хочу сейчас забегать наперед, вы сами это все увидите в самом Инстаграме, потому что недалеко уже то время, когда вы будете просыпаться, заходить в Инстаграм и видеть там хэштег Инстайм буквально в каждой ленте и в многих сторис у многих лидеров мнений, у которых есть миллионная аудитория. И это не только касается России, Украины, Казахстана, это касается сейчас людей по всему миру. Вот, потому что на данный момент сейчас отметка уже больше 80 стран активных зарегистрированных пользователей в Инстайм уже пересечена. И это огромная, огромная благодарность вам от всей команды Инстайм, что вы так активно продвигаете идею, что вы так вовлеченно реагируете, что вы так бурно несете ее в массы. Только огромная просьба от всех нас, разбирайтесь изначально в продукте и доносите людям информацию правильно, чтобы не было дискоммуникации. Идем дальше. Следующий слайд. По поводу ресурса самого Instagram, почему его выбрали? Ну, я уже на этот вопрос ответил. Вкратце скажу, что сейчас 1 миллиард активных пользователей, 4 миллиарда 200 миллионов постов в день получают лайки. Просто представьте себе эту цифру. 95 миллионов сообщений отправляется в директе в день. И 500 миллионов ежедневных активных пользователей в Instagram Stories. То есть масштаб того, что сейчас происходит в Инстаграме, он просто колоссальный. И это все растет в геометрической прогрессии. Идем дальше. Оценка ресурса. Вовлеченность в пользователей и в Инстаграме выше в 7 раз, нежели в Фейсбуке у своего соседа. Поэтому стоимость рекламы в Инстаграм порой достигает шестизначных сумм. При этом остается самой дешевой при перерасчете на один контакт. И то, что я говорил про известных блогеров, там, где рекламные публикации стоят от миллиона долларов. И что хочется сказать, что сейчас в Инстаграм перетекают рекламные бюджеты с Гугла, с Фейсбука, с многих соцсетей, потому что если я предприниматель, для меня важно транслировать свои рекламы, показывать свои рекламные объявления в том месте, где самая большая вовлеченность, в том месте, где люди проводят больше всего времени. И Инстаграм сейчас является идеальнейшей платформой для этого. Поэтому сейчас с контекста, с других рекламных площадок люди все больше и больше рекламные бюджеты вливают в Инстаграм. Идем дальше. Следующий. Сейчас очень много, вот на протяжении 2017-2018 года появилось способов заработка на Инстаграме, и я вот это транслирую в массы и говорю, что многим странам, президентам, государствам нужно сказать огромное спасибо Инстаграму за то, что он создал столько рабочих мест, потому что такие люди, как SMM-щики, пиарщики, контент-мейкеры, видеопродакшн, у многих еще прибавилось заказа, многие еще больше смогли монетизировать свою работу, еще больше набрать клиентов благодаря тому, что хайп Инстаграма. И то, как ты представляешь свой бизнес, то, как ты представляешь себя, свою личность, то, как ты ведешь свой Инстаграм, от этого зависит все. Поэтому эти люди сейчас зарабатывают довольно-таки неплохие деньги. Поэтому продажа рекламных публикаций. Находите интересные тематические бренды и продавайте их рекламу в своей ленте. Представляйте их интересы, будьте амбассадорами. Реклама партнерских программ. Если нет своего продукта, рекламируйте чужой за процент от продаж, то есть партнерская программа. Продажа своих товаров и услуг. То есть, если у вас кто-то покупает рекламу, значит, это приносит клиентов. И наверняка многие блогеры, на которых вы подписаны, вы видите, как они ежедневно, некоторые там ограничивают, ставят редко, но постоянно делают какие-то рекламные интеграции с отметкой тех или иных брендов, товаров или услуг. И услуги SMM, то, что я сказал, научились продвигать себя. Пожалуйста, монетизируйте эту компетенцию, продвигайте ее в массы, продавайте свое время. Дальше идем. Вот буквально тот момент, что представьте, что у вас 1 миллион пользователей. Просто вдумайтесь на секунду, сколько рекламных интеграций, сколько лидов, сколько клиентов, сколько запросов вы можете получать ежедневно. Это нескончаемый поток трафика. Это нескончаемый поток монетизации в ваш карман, вашего пополнения вашего бюджета. И просто многие, они серьезно относятся к Инстаграму, но недалек тот час, когда все уже будут понимать, что твоя учетная запись – это твоя визитная карточка. Как ты ее используешь, то, как ты ее оформляешь, то, как ты ее ведешь, напрямую зависит, и от нее зависит весь твой результат в будущем. Поэтому к этому очень относитесь с вниманием. Дальше идем, следующий момент. Ну, по поводу заработка, я думаю, когда у вас миллион подписчиков, вы понимаете, что там рекламная интеграция стоит, мы написали, конечно, минимум 3000 долларов, но есть такие случаи, когда это достигает порядка даже 100 тысяч долларов, когда серьезные бренды, и у вас хорошая репутация, у вас хорошая вовлеченность, то транслировать это за большие деньги,
это уже не является проблемой и каким-то новшеством. Вопросы. Как я могу использовать Инстаграм, чтобы сделать мой бизнес процветающим? Как я могу монетизировать свою аудиторию на десятки, а то и сотни тысяч долларов? Как я могу увеличить рейтинг своего аккаунта в Инстаграм? Как я могу получить 100, 200, 1 миллион подписчиков в Инстаграм? Как я могу развивать свой личный бренд, не тратя на это времени, огромного времени и усилий? Как я могу стать популярным и зарабатывать на своем Инстаграме? Вот на протяжении сегодняшней презентации, на протяжении сегодняшнего стрима вы получите ответы на эти вопросы просто в том, что мы расскажем о сервисе. Поэтому сейчас я хочу передать слово человеку, который является сооснователем сервиса InStime, человеку, который молодой ум, который тоже мой тезка, Вадим, сооснователь проекта. Если был бы зал, я попросил бы поаплодировать, потому что это действительно очень серьезная и сильная личность. Но сейчас он полностью расскажет вам о продукте, в чем заключается услуга сервиса и какую возможность он дает именно вам. Поэтому, друзья, сейчас передаю слово. Всем привет, друзья! Сегодня еще раз расскажем о том, что дает уникальный сервис InStime, какую именно услугу, какие бонусы, какие акции, какие промо-материалы. Итак, услуга, которая предоставляет InStime, это в первую очередь услуга, которая повышает взаимодействие аудитории с вашим контентом в виде дополнительного трафика. Это люди с нашего сервиса, они ставят вам лайки, комментарии, просматривают вашу страницу, а также сохраняют ваши посты. Все это помогает вам выбиться в топы и рекомендации. С помощью этого вы получаете себе дополнительный охват. Вы получаете себе новых клиентов, лидов, поклонников и так далее. Помимо этого, наш сервис дает же также возможность монетизации своей социальной активности. Что это значит? Это значит, что когда вы приглашаете друзей, вы получаете себе бонусы в виде партнерской программы. Но о ней Сергей Шевченко более подробно расскажет после меня. Так, следующий слайд. Так, я не свапаюсь. Итак, друзья, хорошо. А что же дает InStime? У нас тут немножко сбоя. Будем своим языком. Вы приобретаете подписку ежемесячную. В этой подписке есть пакет услуг. Это 50 тысяч просмотров, это 300 тысяч лайков, это 300 комментариев и 1000 сохранений. Но до пятницы этого месяца действует специальная промо. Вы сразу получаете удвоенный пакет. Этот пакет далее нужно будет заслужить. Но изначально сейчас все получают его в виде бонуса. Так. После пятницы можно будет сделать минимальную активность и получать себе удвоенный пакет. Что значит минимальная активность? У вас должно быть 3 приглашенных, активированных пользователей в системе. То есть вы должны позвать своих 3 товарищей, они должны активироваться и пользоваться сервисом. Если вы это сделали, вы получаете себе пакет в 2 раза больше. Идем дальше. В нашем сервисе вы можете заказывать себе продвижение любых ваших публикаций. Вы можете выборочно добавить туда просмотры, лайки, комментарии, либо сохранения. Также вы можете сделать все вместе, добавить. Это повышает ваш охват, и помимо этого сейчас активно попадают люди в рекомендации, что приносит довольно-таки много лидов и клиентов. Каким образом это работает? Каждый пользователь в нашем сервисе, он помогает другим пользователям, он выполняет задания ежедневные. В день начисляет 30 заданий. То есть вам нужно поставить другим пользователям лайки, вам нужно написать комментарии, вам нужно просмотреть их видео, либо страницу, вам нужно сохранить их посты. Взамен вы получаете намного больше от тоже живых пользователей в системе. Соответственно, проходит такой нелинейный взаимообмен, который помогает вам продвинуть вашу страницу. Итак, более подробно, как это работает. Всего делая по 30 действий в день. Это могут быть различные задания, это могут быть комментарии, это могут быть лайки, сохранения. Все выпадает вам абсолютно рандомно, то есть случайно. Что больше люди заказывают, то больше вам не выпадает.
выполнять 30 заданий в день, но при этом вы можете использовать всю услугу в виде 30 тысяч лайков, 50 тысяч просмотров, 300 комментариев и 1000 сохранений. Что же это дает для бизнеса, что же это дает для блогера, что это дает для обычного человека? Многие из нас хотят уже продвинуться в Инстаграме. А основная цель, когда кто-то заходит, он хочет, чтобы не только это был его личный фотоальбом, чтобы другие пользователи тоже его оценивали. Соответственно, есть очень большая проблема в Инстаграме, что все топовые позиции заняты. У нас есть уже десятки блогеров фитнес, у нас есть десятки автоблогеров, и стать популярным и замеченным очень тяжело. С помощью нашего сервиса вы получаете такую возможность. Помимо того, что вы показываете все свои посты премиум аудитории в Инстаграм, в Инстайме, вы получаете себе всю эту услугу, попадаете в топы, попадаете в рекомендации и получаете дополнительный охват от других пользователей. Это реально дает шанс, потому что у нас уже есть реальные кейсы, люди получают себе клиентов на свои бизнесы, люди получают себе много подписчиков. Если вы правильно ведете свой Инстаграм-аккаунт, если вы правильно запоминаете контент, вы будете людям интересны, и мы дадим возможность, чтобы люди вас увидели. Касательно всех дополнительных промо-материалов, наших доработок, наших обновлений и так далее, я расскажу чуть позже. Но одной хорошей новостью будет то, что мы дадим вам обучение. Мы поможем вам правильно вести ваш Инстаграм-аккаунт. По поводу механизма взаимодействия аудитории с контентом благодаря Инстайм. Итак, Инстаграм, он очень часто меняет свои алгоритмы. Зачем он это делает? Он борется с ботами, он борется с скриптами, накрутками и так далее. Появляется очень много различных сервисов, которые используют все неживое, неорганическое. Но наш сервис разработан специально таким образом, чтобы выдавать чистую органику, чтобы работать согласованно с алгоритмами Инстаграма и только повышать ваш рейтинг, только вы продвигать вашу публикацию в топы рекомендации. То есть делать максимальную пользу вашему аккаунту и максимально не наносить вреда. То есть все действия, которые производят в системе, все они органические, все делают пользователи вручную. Соответственно, это только повышает ваш рейтинг. И алгоритмы Инстаграма только этому способствуют. Что же это значит для различных видов потребителей? Зайдя в наш сервис, вы получаете себе дополнительных подписчиков. Все ваши подписчики, которые вам поступают, это живые люди. Это живые люди, которые попали в вашу команду. Это могут быть люди, которых вы лично позвали. Это могут быть люди, которых позвали ваши друзья. Это могут быть люди, которые попали вам в команду от человека, который вас позвал с помощью перелива. Также с помощью этого вы можете легко продвигать свой бизнес, вы можете получать клиентов. Еще раз повторюсь, попадая в топы, правильно это используя, правильно применяя хэштеги, вы получаете реальную аудиторию, вы можете ее монетизировать. Что же это дает для известных людей, уже известных, уже людей с хорошим бизнесом? Люди, которые заходят от вас, они всячески конвертируются в активного пользователя. Мы всячески хотим дать им больше бонусов, если они выполняют минимальную активность. Соответственно, если эти люди приглашают минимум 3 человека по нашей идеологии компании, то вы получаете себе уже второе больше подписчиков. Также, помимо этого, вы получаете дивиденды по партнерской программе. Так, расскажу еще немножко касательно наших нововведений, чем мы занимаемся все это время, чем мы для вас стараемся и что мы делаем. На этой неделе мы будем добавлять мультиязычность. Мультиязычность в виде 5 языков. Постепенно будут новые языки, постепенно мы будем работать над локализацией, чтобы все пользователи со всего мира могли комфортно пользоваться нашим сервисом. Добавится вкладка «Новости» на сайте. В бэк-офисе будет вкладка «Новости». Там вы будете следить за всеми активными изменениями, вы будете видеть все, что происходит в нашем сервисе, все, что будет добавляться, все, что будет изменяться и так далее. Помимо этого, будет вкладка обучения. Будет обучение по Инстайму, как именно пользоваться правильно нашим сервисом, и будет обучение по Инстаграму. Для того, чтобы получить обучение по Инстаграму, нужно выполнить минимальную активность. Это все те же самые 3 человека. Вы позвали 3 человека, они активировались, вы получаете кучу бонусов, в том числе и обучение по Инстаграму. Для всех пользователей, которые уже в системе и которые не являются активными, мы подготовили специальные промо-материалы. Мы будем высылать их на почты, также мы будем высылать людям в WhatsApp и Viber специальные материалы, которые помогут им разобраться в сервисе. Возможно, им это будет интересно.
Так, также, как вы знаете, у нас произошли некоторые изменения. Для того, чтобы еще проще сделать систему для наших пользователей, мы поменяли мобильные телефоны на электронную почту. Теперь верифицироваться можно с электронной почты. Соответственно, все люди, которые зашли до этого изменения в нашу систему, им будет предложено ввести свою электронную почту, чтобы получать полезную информацию на нее. Также на этой неделе мы введем вкладку «Финансы». Мы введем вкладку «Финансы» и изменим условия подписки. В вкладке «Финансы» будут дополнительные тарифы, и будет подписка уже не удвоенная, как было до этого в промо-материалах, она будет немножко меньше. Еще раз повторюсь, это будет 30 тысяч лайков, это будет 50 тысяч просмотров, это будет 300 комментариев, это будет 1000 сохранений. Люди, которые успеют купить до пятницы эту подписку, она у них и останется. Люди, которые не успели, им нужно будет выполнить минимальную активность. Это, опять же, 3 человека активных, и они получают себе удвоенный пакет. При этом ничего больше не доплачивают. Помимо этого, этот пакет будет называться Pro. Помимо этого, будет пакет VIP. VIP – это будет пакет, где практически не будет заданий, где нужно будет подписаться на людей и, возможно, 1-2 задания в день максимум. Соответственно, это упрощает работу всем людям, и вам нужно будет оплатить немножко больше, оплатить, грубо говоря, другим участникам системы их, за их работу, награду, и могут пользоваться услугой. Она будет стоить немножко больше, этот тариф VIP, и о нем мы более детально расскажем для всех наших активных лидеров. Это для людей, у которых более чем 100 человек в команде и более 3 активных приглашенных в среду. То есть по этой информации можно больше узнать в среду. Помимо этого всего, у нас появилось очень много активных пользователей, которым реально нравится услуга, которые часто ей пользуются, которые активно ведут свой Instagram-аккаунт, которые очень ей довольны. Поступили предложения от этих людей добавить дополнительный трафик. То есть возможность докупить себе лайки, возможность докупить себе просмотры, комментарии и так далее. Эта возможность будет введена тоже в пятницу. Помимо этого, мы готовим для вас еще дополнительные сервисы. Это просмотр истории, просмотр трансляций и так далее. Также готовится мобильное приложение. Помимо всего, что я уже сказал, для людей, которые только-только входят в систему, которые только зарегистрировались, и у них есть очень много вопросов, тоже готовится Telegram-бот с вопросами и ответами, который будет содержать всю необходимую информацию, чтобы вы могли легко разобраться в сервисе и пользоваться им. И одно из очень важных мероприятий уже впервые будет офлайн-мероприятие 14 апреля. В Киеве, в Космополите, но об этом более подробно расскажет наш старший товарищ, эксперт в маркетинге, эксперт в этой отрасли Сергей Шевченко. Передаю ему слово. Так, отлично. Ребят, мы представили Сергея, поэтому, да, это очень серьезная, очень влиятельная личность, очень один из самых топовых, самых серьезных лидеров мультиуровневого маркетинга. Я думаю, промоушен я как бы своей работой сделаю. Я почему попросил подойти Вадима, потому что у нас каждый занимается своим сектором работы, и как раз по поводу 14 числа мероприятия «Инстамания» об этом лучше скажет Вадим. Да, ребята, 14 апреля в Киеве будет мероприятие, которое организовывает Дима Квашневский, и InStime будет представлен как официальный партнер, поэтому люди, которые хотят попасть на этот ивент, которые хотят попасть на это мероприятие, могут там же пообщаться с Вадимом, могут пообщаться со мной, могут пообщаться с лидерами, прилетят люди с разных стран, с разных городов, будет своеобразная такая тусовка, поэтому если вы находитесь в Украине, вы обязательно должны попасть на этот ивент, потому что вы услышите
как про то, как продвигать свой Инстаграм, как его монетизировать, как вытягивать максимум со своей учетной записи, так и возможностях сервиса. И познакомитесь со всей этой движухой, я скажу так, потому что это сейчас огромнейшее движение, которое несется и набирает свои обороты как маховик, и будет возможность абсолютно с любым человеком законнектиться, пообщаться, ну и дальше узнать о возможностях сервиса. Поэтому передаю дальше слово Сергею. Спасибо, Вадим. Добрый день, уважаемые друзья. Вы сейчас сконцентрируйтесь на некоторых моментах, о которых я скажу, потому что эти фокусы могут вам дать колоссально и очень много. Смотрите, вы знаете, что каждую среду в 17:00 до момента открытия компании мы делаем лидерское собрание, лидерскую конференцию для тех, у кого есть 100 человек в группе и не менее 3 лично приглашенных, активных. И сейчас о чем я буду с вами говорить. Итак, друзья, эта среда будет моментом взрыва, щелчка. В эту среду вы прикоснетесь самыми первыми к той самой основной информации, которая будоражит всех. Все в мире сегодня ожидают, когда же тот момент открытия компании, когда же мы переходим с фазы бета-тестирования к полноценной экспансии во всех странах, на всех языках, во всем мире. Так вот, друзья, первая и самая главная информация в эту среду в 17:00. Те все из вас, кто будет иметь 100 человек организацию и не менее 3 лично активных соберутся на лидерский, и вы первые узнаете формат мероприятия, дату мероприятия, страну проведения мероприятия, план мероприятия. Это будет яркая тусовка. Ну и для вас мы готовим огромнейший сюрприз, потому что у компании есть намерение обсудить с вами маленький небольшой объем работы, сделав который вы получите пригласительные от компании, и именно за счет компании пройдет это грандиозное действие. Вы узнаете, сколько дней, в какой стране, по какой программе, какие будут моменты, фуршеты, отдых и обучение. И как это все будет грандиозно, первыми прикоснутся лидеры в среду в 17:00. Теперь поточная информация, да? Смотрите, мы еще только-только разворачиваем свои, там вот первые 3 недели отработали, сейчас 4-ю неделю работаем, да, но у нас уже есть результаты, и достаточно очень приличные результаты. У нас более 200 человек, которые заработали более $100. У нас сегодня уже есть 45 человек, которые заработали $500. У нас сегодня уже есть 15 человек, которые заработали более $1000. У нас сегодня есть 7 человек, которые заработали более $2000. У нас на сегодняшний день уже есть 5 человек, заработавших более $4000. И у нас сегодня уже есть 3 человека, которые заработали более $5000. Ребята, еще месяц не закончился. Еще у нас с вами впереди 4 дня. Но о чем говорил Вадим и на что нужно сделать акцент? В пятницу с утра заливают окончательный вариант финансовой странички, где появятся VIP-пакеты, где появится четкое наполнение пакетов по $58, где появится возможность докупать рекламный трафик, докупать лайки, докупать просмотры, добавления, докупать комментарии. И что же происходило эти дни? Что же происходило эти недели? Обратите внимание, как устроен наш продукт. Всего лишь за $58 человек получает 50 тысяч просмотров, 30 тысяч лайков, 300 комментариев. Человек получает 1000 добавлений. Сделав минимальную активность, позвав за собой 3 человека на платформу, он удваивает эту норму. И каждый раз, имея в команде 3 активных лично приглашенных, он за $58 имеет 100 тысяч, 60 тысяч, 500 комментариев, 2000 добавлений. Но если он умудряется сделать эту работу за 7 дней с момента регистрации, компания обеспечивает его еще плюс на 1 месяц всем рекламным трафиком. То есть он 2 месяца активный для получения денег, и у него есть еще плюс 100 тысяч, 60 тысяч, 500, 2000. Ребята, вдумайтесь, это очень простые цифры.
заплатив сегодня $58, пригласив троих, $26 вы уже заработали, вы уже вывели через ePayments. Всего лишь за $32 вы имеете полный рекламный бюджет на 2 месяца, и вы активны для получения всех видов комиссионных. Это шикарно. Но только до четверга, ну скажем так, до пятницы до утра, только вот эти дни, понедельник, вторник, среда, четверг полностью, все те, кто зарегистрирован, срочно с ними свяжитесь. Потому что есть люди, которым надо дообъяснить, есть люди, которым надо показать этот эфир, есть люди, которым нужно ответить на их вопросы, чтобы потом эти люди не обижались на вас, что они могли сегодня, еще даже не пригласив троих, иметь 100 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков, 500 комментариев и 1000 добавлений. И они имели эту возможность, но вы им не сообщили об этом. Поэтому, ребята, все команда, послушайте внимательно, каждый свяжитесь со 100% своих лично приглашенных, приглашенных своих приглашенных, и объясните людям, почему до четверга до вечера надо успеть заплатить $58 и почему это так выгодно. Ну и в завершение сегодняшней встречи еще раз напоминаю, в среду те из вас, у кого есть 100 человек в организации и не менее 3 лично приглашенных, соберемся на лидерский и в корне поменяем формат всего того, что мы делаем. Потому что с этой секунды вы будете знать страну, дату, условия, формат момента грандиозного открытия компании, куда вы будете приглашены, выполнив небольшую работу. Компания вас приглашает и создает вам условия, чтобы весь мир вздрогнул от того, что там будет происходить.